Друзья, всем привет, всем привет. Я пришел с работы. Сегодня работал допоздна. Вот пришел только 8 вечера. И смотрите, что у меня на ужин. У меня жареная курочка с макаронами. Вот так вот выглядит. Чесночок, как всегда. Давайте так вам покажу с разных ракурсов курочку с макарончиками. Вот такая вот замечательная картинка. Курочка со специями пахнет вообще изумительно классно. Вот, очень вкусно. Макароны именно со сливочным соусом. Очень все красиво, аппетитно. В общем, сейчас, друзья, будем с вами кушать. У меня аж слюньки текут. Будем кушать эту вкусняшку. Ну вот так это все выглядит, друзья. Красиво, аппетитно. В общем, если вы сейчас уже кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Ну что, давайте кушать. Вот так вот возьму. Чесночок. Курочка. Как вкусно. Смотрите, какой чеснок большой, друзья. Крупный, да? Я видел где-то по 5, по 6 зубчиков чеснока съедаю каждый вечер. Обожаю чеснок. Чеснок — это сила, друзья. Макарончики классные. Вкусненькие. Класс. Так проголодался, сегодня почти ничего не ел. Сегодня, друзья, на работе был день такой напряженный вообще. Начальство все приезжало. Работа была до хера.
нормально получилось блюдо это. И макароны вкусные. И курочка такая нежная, клевая. Такое сытное. Прям чувствуется, что оседает так в желудке хорошо. Курочка. Курочка, друзья. Приятного вам аппетита. Курочка с чесночком. Тема. Блин, я уже наелся, друзья. Блин, сейчас, друзья, скажу, а то полный рот не смог сказать. Как вот, говорю, есть такие блогеры, да? Особенно вот эти корейские блогеры из Южной Кореи. Как они едят такими порциями, там, ну, целые тазы огромные. Смотришь, девочка маленькая, худенькая, и целый таз съедает макарон там, или мясо, или вот такие вот куски там сала. Блин, я поражаюсь, как их... Как у них помещается? Вот я тарелку с макаронами, тут три куска курицы, я уже чувствую, что я уже наелся. Вот это я уже доедаю, я уже наелся, уже просто доедаю, ну как, ну уже надо доесть. Вот. А так я уже сытый. А как вот можно таз съесть макарон или таз мяса, блин? Это же может заворот кишок быть, можно помереть от этого. Курочка. Я понимаю, есть в меру и в удовольствие, чтобы кайфовать от еды. А вот так сюда целыми сазами, блин, ну это же... Это же риск для жизни. Я уже обожрался, друзья, вообще. Уже сытый. Курица.
Все, друзья, все съел. Всем счастья, удачи, всего-всего самого хорошего. Все, друзья, пока, увидимся.